Димитровградские баскетболисты, воспитанники тренера Алексея Романченко, стали лучшими на фестивале школьного спорта стран СНГ. Международные спортивные состязания проходили в Ульяновске. На соревнования съехались более полутысячи школьников из 11 государств. Димитровградцы выступали в составе сборной команды Ульяновской области. И в итоге парни завоевали первое место, а девушки, воспитанницы Юрия Леонтьева, стали вторыми.